Алисия! Принцессия! Принцессочка! Алисия! Время королевского обеда! Спектакль на вечную тему «О нас и для нас». Режиссер из Санкт-Петербурга Андрей Князьков поставил на сцене Ивановского театра кукол «Королевский подарок». Интерактивная сказка рассказывает историю принцессы, которая не хотела помогать своим родителям. Сюжет узнаваем каждым. Вначале там история, как это все, семья образовалась, как это, какие проблемы, там, как они радовались, что дети появились, как это все через сказку, через игру. Это для взрослых тоже очень интересно. Вчера мы показывали для театральных, вот для наших, взрослые были, сидели в зале, я видел их реакцию, и я понимаю, что это для детей с родителями. Самое важное – донести до маленького зрителя мораль этой истории. Помогать родителям нужно и, главное, несложно. Чтобы найти отклик у детской аудитории, разговаривать с ними важно на одном языке – языке игры. Постановка получилась очень забавная, легкая и полезная. Мне больше всего понравилась Олеся, потому что она сначала была ленивая, а потом уже она поняла то, что как сложно быть родителями, и сама захотела убраться. А мне понравилось, как там все взяли и муху пнули. А мне принцесса Алисия. Мне тоже. Потому что сначала она была ленивая только за компьютером, а потом она начала помогать, когда ее мама заболела. И потратила желание не на свои хотелки, а именно, чтобы мама быстрее выздоровела. Нужно быть более ответственной. Да, и, ну как сказать... И помогать остальным, да, то, в что, работе. Да, да. Клониться в лучшую сторону, чтобы быть лучше. Режиссер спектакля увидел реакцию зала. Понял, какие шутки работают, а какие нет, и принял решение постановку немного доработать, подправить детали, чтобы получилось еще лучше. Всегда хочется ставить на какие-то вечные темы, какие-то человеческие, не вот такие придуманные, а именно, а вот этот спектакль о семье, о том, что семья – это королевство, где мама – это королева, потому что она женщина. Отец – это король, потому что он содержит семью. А ребенок – это принц или принцесса, потому что ради него люди живут. Вот. А дальше все проблемы, которые возникают в этом королевстве, хотелось взять именно узнаваемые проблемы. Те, которые сейчас в каждой семье. Это первые зрители, которые увидели спектакль на сцене. Его премьера запланирована на закрытие 84-го театрального сезона, который состоится 13 июля. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.